несколько дней назад меня попросили дать свой комментарий относительно предсказания Матроны Московской относительно 2017 года. Вот, насколько актуальны те события, которые будут, либо будут ли эти события вообще, вот, ну и так далее. Я уже говорил, я стремлюсь предсказания святых и предсказания, взятые из откровений, не интерпретировать и не давать свои комментарии. Это связано с тем, что подобная деятельность, она может быть не совсем разумна, или же не так, не совсем благостно воспринята официальной церковью, поэтому эту тему лучше не трогать. Но на примере другого предсказания я объясню, ну или же постараюсь донести вам некое иное понимание, которое очень часто вкладывают те или иные ясновидящие в те предсказания, которыми они делятся с людьми. Для примера я возьму предсказание Йоркширской ведьмы, это известное предсказание, ну, в своих кругах, 14 века. Предсказание состоит из двух частей. Первое я просто зачитаю, оно не столь информативно относительно нашей жизни. То есть там просто дается описание нашей жизни, в которой мы, ну, приблизительно описание этого времени, в котором мы все вместе с вами живем. А вот вторая часть, на мой взгляд, несет в себе очень много интересных моментов и интересных нюансов. И я на примере второй части уже постараюсь преподнести правильное понимание предсказаний, которые дают ясновидящие. И мы все вместе постараемся избавиться от той болезни, которая именуется как буквализм, то есть буквальное восприятие предсказаний, вот, и попыток найти пламенных драконов, которые летают по небу, вот, ну и так далее. Итак, начинаем. Первая часть, я ее просто зачитываю, там ничего такого особенного нету. Итак, когда переживут 20-е столетие, будут жить в страхе и дрожи. Убегайте в горы и в туман, в болота, леса и дикие болота. Бушуют шторма, ревут океаны. Когда Габриэль стоит в море и на береге, человечество будет дрожать и будет испугано. Откусаны далеко берега, и затем горы начнут реветь. И землетрясения раскалывают равнину к берегу. И воды, наводнения врывающиеся, затопят страны с таким шумом, что человечество окажется в грязном болоте. Они оскаливают зубы, враждуют и убивают, и тайком прячут еду в тайных горах. И злые от страха они лгут, убивают, грабят и крадут. Человек бежит в ужасе от наводнений, и убивает, и насилует, и находится в крови. И проливая кровь, рукой человечество окрасит и ожесточит многие страны. И человек должен бежать. Король, лорд и раб. Океаны поднимаются, чтобы затопить берега. Вы думаете, это странно? Это сбудется. Не каждая душа на земле умрет. Не каждая земля на земле снизится, погрузится. Но они будут валяться в зловонии и будут вонять из гниющих органов тел животного и человека, из растительности, смрад на земле. Небольшой комментарий все-таки дам. Относительно Габриэля, который стоит в море и на берегу. Обратите внимание, очень часто идет упоминание водных катаклизмов. Якобы некие воды будут нисходить или бушевать на земле и потоплять в себе и земли, и берега раскалывать, и людей убивать. Но интересный нюанс. Здесь сказано, не каждая душа на земле умрет. На самом деле вода, о которой идет речь, это вовсе не вода океана, это вовсе не воды морей, это не цунами и торнадо, и то, как нам пытаются преподнести всевозможные материалистичные трактовщики тех или иных предсказаний, в том числе и у Нострадамуса. Предсказание это связано с тем, что на Земле будет меняться энергетика. Вода – это энергия высших миров. Она и видится, по сути, как вода.
То есть, как чистая совершенная энергия. Эта энергия будет наполнять и наши страны, и наш мир, и люди. И эта энергия, она будет так воздействовать на людей, что люди, которые не ведут духовный образ жизни и не стремятся развиваться, не стремятся совершенствовать, они усилят свою деградацию. Они просто войдут в такое состояние безумия, что просто потеряют контроль. И вот здесь начнет проявляться некая грань между теми, кто действительно пытается каким-то образом развиваться, и между теми, кто стремится максимально деградировать и полностью порабощен своими желаниями, стремлениями и так далее. Габриэль стоит в море и на берегу, то есть некая божественная сущность будет контролировать и наш материальный мир, и астральный мир, то есть мир, связанный с водой, мир, связанный с энергией. Это и есть суть вот этих вот двух положений его ног. Одна нога стоит в море, другая на берегу. Ну и приступаем ко второй части этого предсказания. Смерть мира старого он протрубит в свой рог, и миру новому придет рождаться срок, и пламенный дракон небесный свод пересечет шесть раз, доколе старый мир умрет. В одной из интерпретаций сказано, зачитываю дословно, во второй части предсказания ведьмы речь идет о пламенном драконе, то есть нейтронной звезде, которую как раз так и назвали в странах Юго-Восточной Азии. Нет, на самом деле речь здесь не идет о нейтронной звезде, даже не знаю, что это такое. Вот на самом деле здесь речь идет о одной из демонической сущности, которая в действительности существует или видится духовным зрением на Земле. Так вот, и пламенный дракон небесный свод пересечет. Здесь говорится шесть раз, доколе старый мир умрет. Перед тем, как явится новое время, новая эпоха, придет на Землю дракон, и перед так называемое пересечение свода, небесного свода, этим драконом в количестве шести раз, это шесть лет. То есть этот демон, эта демоническая сущность, этот дракон, он будет править землей 6 лет. В писаниях, допустим, в Откровении, там тоже есть подобные упоминания, что вышедший из вод многих дракон будет иметь у себя на голове 7 рогов и 10 диадем. Есть и второе упоминание, что и проговорили 7 громов. То есть, скорее всего, эти упоминания являются подтверждением определенного количества, вот, которое этот демон, эта демоническая сущность будет просто править нашей планетой или же нашей Землей. Вопрос, который, я думаю, возникнет практически у каждого из нас, будет ли это правление связано с человеческим рождением, то есть этот дух или демон будет воплощенным на Земле, либо он будет править через духовный мир. Нет, он будет воплощен на Земле, но править будет именно через духовные миры. И это правление, оно будет очень тонкое. По сути, его невозможно будет увидеть обычным человеческим зрением. Да и, как я понял, большинство экстрасенсов не особо понимают, в какое время мы вместе с вами живем. Хорошо, я дальше продолжаю. «Я слышу, как дрожащая Земля вскричала от этих шестерых предвестников финала. Семь дней и семь ночей прибудет так». Вот, видите, здесь еще раз повторяется, 7 дней и 7 ночей. Здесь упоминается не день, не ночь и день, а упоминается именно год, то есть зима-лето. То есть 7 лет будет вот это вот нечистое правление, и 7 лет этот демон будет управлять нашим миром. Далее. 7 дней и 7 ночей прибудет так. Любой увидит этот знак. Суть здесь на самом деле вложена еще более глубокая. С одной стороны, мы все думаем, что явится некий человек, который займет какой-то высокий политический, либо, может быть, религиозный пост в этом мире. И он будет править, и мы будем видеть, как он будет править все эти 7 лет. Но в Откровении четко сказано, никто не будет знать о этом дне, во время которого будут происходить эти события. То есть все утверждения относительно предположений, связанным с описанием в Откровении, они по сути несут в себе элемент лжи.
То есть мало кто, по сути, вообще может понимать, где, о чем и как идет речь. Поскольку еще 2000 лет назад было сказано, что никто, понимаете, то есть ясновидящие или же духовные видящие, они видели события нашего времени, и они уже тогда сказали, что никто, и я в том числе, не будет знать, когда все это будет происходить. А относительно того, что любой видит этот знак, здесь речь идет о том, что не глазами мы будем видеть. То есть мы не увидим глазами некоего политика, который будет 7 лет издеваться над нашей планетой и над нашими странами. Увы. Но наши души, у каждого из нас на протяжении 7 лет, наши души будут видеть этого человека. У кого-то будут мистические сновидения, у кого-то дурные предчувствия, у кого-то дурные видения, допустим, о каком-то из нечистых, влиятельных людей и так далее. И вот эти вот знаки, это и будет свидетельством того, что наши души, наше внутреннее понимание, мы все обладали им. Продолжаю. «Приливы разобьют подножья гор, земля разверзнется до самых берегов, муж от потопа будет убегать, насилуя сестру и дочь и мать. И кровь ручьем польется с тысяч рук и запятнает земли все вокруг. Когда дракона хвост с небес уйдет, забудет распри муж, и гнев его пройдет». Здесь говорится о том, что во время правления этой демонической сущности состояние людей будет крайне напряженным и крайне тяжелым, поскольку нечистые энергии они ввергают человека в такое состояние, что он начинает просто над собой, над своими поступками, над своим мышлением, над своим поведением терять контроль. Здесь и говорится, что муж от потопа будет убегать. То есть то влияние потоп – это влияние демонической сущности. И это влияние, которое будет проявляться в эти 7 лет, оно будет столь мощным, что мы все будем испытывать некие духовные страдания и отчасти вполне возможно даже материальные какие-то трудности, беды и переживания. «Забудет распри муж, и гнев его пройдет». Здесь указывается на то, что когда хвост дракона, когда этот демон исчезнет, или же скроется, люди или же народ успокоится. И вот здесь немножко произойдет некое изменение. И далее я зачитываю: «И вновь дракон свой пламень принесет, и на куски хвостом всю землю разобьет. Все океаны вглубь земли уйдут, и царь, и раб от жажды все умрут. Вернутся воды, свет развеет мрак, куски земли сойдутся, будет так». Очень интересное предсказание. Вполне возможно, со стороны это кажется некой билибердой. Но, как я уже сказал, эта демоническая сущность, она будет влиять на нашу планету не только на материальном уровне, но еще и на духовном уровне. Обратите внимание, эта демоническая сущность, она еще будет управлять водами, то есть энергией нашей планеты. И характерно, что здесь есть такая фраза: «И на куски хвостом всю землю разобьет, все океаны вглубь земли уйдут». Здесь подразумевается, что уровень энергии, он сначала очень сильно повысится, и люди будут всячески сбегать, испытывая трудности. А потом вода полностью уйдет, и люди или же человеческие души на энергетическом плане настолько станут обедненными, настолько станут бедными. Далее говорится: «И царь, и раб от жажды все умрут». Здесь подразумевается не физическая смерть. Речь идет далеко не о физическом состоянии человека. Речь идет о эмоциональном или же духовном состоянии человека. То есть энергетически человек настолько будет слабым, что в духовном мире будет видеться мертвым. Помните, я неоднократно записывал видео, в которых рассказывал о том, что духовным зрением, когда мы смотрим на людей, очень часто мы будем видеть людей, возможно, близких, друзей,
в некоем спящем состоянии. То есть эти люди, невзирая на то, что они ведут привычный образ жизни, у них есть семьи, у них есть работа, у них есть какое-то мировоззрение, в то же самое время их астральные тела, их души в первую очередь, они находятся в спящем состоянии. Так вот, смерть, о которой здесь идет речь, это и есть вот это вот спящее состояние. Смерть подразумевается для Бога. То есть мы в материальной вселенной мы из себя что-то представляем, то есть мы выполняем какие-то функции. Но для Бога мы все мертвы, поскольку мы захвачены материальными ценностями, материальными стремлениями. Мы никогда не думаем о каких-то духовных вещах, о каких-то духовных стремлениях, о величии Бога, о Его славе, о Его милосердии и так далее. Здесь фраза «от жажды все умрут» подразумевает именно вот эту вот духовную смерть. «Вернутся воды, свет развеет мрак, куски земли сойдутся, будет так». Обратите внимание, те воды, которые эта демоническая сущность развеет, он не только развеет энергетическую составляющую нашей планеты, но еще и материальную составляющую. Но по истечению этих 7 лет, в момент смерти Старого Мира, эти воды вернутся, то есть энергия Земли, энергия параллельного измерения, она восстановится. «У края мира, где цветет каштан, оправится народ от прежних ран, оставив кров и взяв лишь воду, хлеб, отправится на поиски судеб». Я в интернете специально искал, здесь обратите внимание, еще очень-очень важный момент. «У края мира, где цветет каштан». Предсказание было дано в 14 веке, и за все это время лишь единственная страна именовалась столицей каштанов. Но это имя, этот титул несколько сотен лет назад был утрачен, то есть это было давно. И ныне, в наше время, в наше 20-е столетие, о коем и говорит эта ведьма, столица каштанов является, как бы это ни странно и не удивительно звучало, но Киев. Да, Украина. Так, далее. «Кто выживет из них, кто не умрет, заложит новый человечий род». Здесь есть прямое упоминание относительно того, что события последних времен, я сейчас скажу очень-очень глубокую подсказку, о которой, ну, из тех трудов, которые мне довелось следовать, о которой никто так и не догадался и не понял. На самом деле, практически большая часть предсказаний, они завязаны на определенном времени. И не только на определенном времени. Почему-то все думают про 20 век, но никто не думает про конкретное место, где будут происходить те или иные события, в том числе и откровение Иоанна Златоуста, которое есть в библейских повествованиях. Так вот, здесь дается прямое упоминание относительно того, что «У края мира, где цветет каштан», что славянские страны будут связаны с этими событиями напрямую. В библейских повествованиях, в Откровении Иоанна Златоуста, дается четкое понимание относительно Чернобыльской катастрофы. Вот, то есть это звезда, павшая с небес по имени Полынь. Кто не знает, Чернобыль — это один из видов полыни, которая растет на севере Украины. У полыни очень много подвидов всевозможных. Так вот, Чернобыль – это один из таких вот подвидов. Далее. «Но будет проклят влачить остаток дней среди гниющих тел зверей, людей. И новая земля, что встанет из морей, то и прежней будет мягче, суше и частей». Возвращаясь еще несколько назад, «но будет проклят влачить остаток дней». Потопы и явление большого количества энергии, чистой духовной энергии, которая предсказывается как всевозможные наводнения, они настолько сильное влияние начнут оказывать на человеческие души, то впоследствии духовно очень большое количество людей просто умрут. Речь не идет о физической смерти. Нет. Речь идет о духовной смерти. И здесь четко указывается на то, что среди гниющих тел зверей людей. Понимание здесь таково, что человек, когда мы будем жить в обычном обществе, но те люди, которые будут... Нет, немножко по-другому расскажу. Если человеческая душа, если душа у человека спит, и этот человек
для Бога он мертв, его душа не пробуждена, он не знает, для чего живет, как нужно правильно жить. Это будет подобно тому, как если бы мы жили среди гниющих тел. По сути, человек, который ведет материалистичный образ жизни в духовном мире, от него исходят не очень приятные запахи. То есть, когда человек кушает мясо, когда пьет алкоголь, когда использует наркотики, сигареты, его астральное тело и физическое тело в том числе, оно издает зловонное такое дыхание. И ну, в некоторых, к примеру, буддийских писаниях говорится, что полубоги не подходят, это также я говорил в одном из видео своих, стремятся не приближаться к людям на расстоянии в 144 йоджана. Йоджан — это что-то около, по-моему, 1,5 километра. То есть, ну вот, полубоги ближе, чем на 200 километров, к людям не подходят, поскольку от нас исходит такое неприятное зловонное дыхание и запах, что ну, такие вот совершенные духовные существа, как бог Солнца, допустим, бог Луны, бог Марса, бог Сатурна, какие-то полубоги, бог, допустим, Индра, Шива, Ганеша, они от нас просто в ужасе сбегают на другие локи, в другие сферы. Такое от нас исходит, ну, нечистая энергетика, что в силу того, что мы ведем порой дурной образ жизни. Конечно же, если человек ведет более-менее праведный образ жизни, этого запаха от него не будет. И здесь именно вот эта ведьма, она духовным зрением видела состояние этого мира. Точно так же я могу сказать, что и у меня бывают довольно часто подобные видения. «И новая земля, что встанет из морей, свободный от людских пороков и страстей». Новая земля – это скорее явление некоего устоя. Устоя или же некоего как бы сообщества, или же некоего недвижения, какого-то общественно-политического, возможно, строя. И вот эта вот земля, она будет связана с параллельным измерением. Она не будет или некое новое учение. И это учение, оно не будет связано с нашим материальным миром. Оно будет не от мира сего. Понимаете, здесь опять-таки упоминается или указывается на то, что явление новой земли придет из более тонких духовных сфер. Той прежней будет чище, будет мягче, суше и чистей, свободной от людских пороков и страстей. Она взлелеет новый род людей. Бояться будет этот новый свет хвоста дракона, пламя много лет. С явлением новой земли, нового общественного политического строя или нового учения, эта демоническая сущность, она будет по-прежнему пребывать на земле, но она будет в страхе и ужасе пребывать перед этим общественно-политическим строем. Ну, или как-то так. Я сейчас использую термины навскидку, поскольку я сам не особо представляю, как это будет вообще выглядеть. Она взлелеет новый род людей. Бояться будет этот новый свет. С явлением нового социального строя появятся и новые люди. И эти новые люди, они также будут являться потомками, ну, не потомками, а проявленным внутренним состоянием этого строя, что ли, этого учения или новой религии, как хотите, называйте. То есть они будут являться именно частью этого нового мира. Они не будут потомками всех тех религиозных традиций или же общественно-политических строев, которые ныне сейчас существуют на Земле. То есть те люди, которые претендуют на то, что они являются, ну, всевозможные секты, что они являются потомками некой высшей расы, это все заблуждение. Новое учение придет из новой земли с новыми знаниями. Но время вытрет память, вытрет страх. Вы мне не верите, но будет так. Пока род этот не дождется лучших дней, с небес прибудет серебристый змей. Он изрыгнет невиданных людей, что принесут в мир часть своих кровей. Очень интересное знание. Серебристый змей на самом деле это некое существо, которое по сути упоминается, ну, насколько я знаю, в американских традициях упоминается небесный змей, но в большей степени этот серебристый змей это часть традиции индуизма, это так называемое божество, на котором на вселенских водах возлежит Нараяна, Шри Нараяна, Верховный Господь. И
На самом деле это божество Ананта-Шеша, серебристый змей, он так и выглядит, так и описывается, он видится белым. Есть легенда, по которой он явился на земле. Его и описывают именно вот так, как здесь сказано. И здесь говорится, что с небес прибудет серебристый змей, и он изрыгнет невиданных людей. Помните предания, в которых не предания, а рассказы, которые появились еще в конце прошлого века, в которых упоминается о том, что на землю явятся так называемые дети Индиго. Поверьте, вы никогда не увидите белого змея или же серебристо-белого змея, который явится с небес, вот в буквальном смысле, этого всего не будет. Это аллегория, и явление по сути будет. И эта божественная сущность, она явится на землю, но она явится в духовном мире, и свою работу она будет выполнять именно духовным образом, а материальный мир он будет просто являться продолжением или же проявлением всей этой деятельности. И вот эти вот так называемые дети Индиго, я никогда об этом не говорил, но характерная особенность, когда смотришь на таких людей, то есть я встречал их неоднократно и очень часто, когда смотришь на астральное тело этих людей, я неоднократно замечал, что тот свет, который исходит из них, и тот свет, который исходит от божеств традиции индуизма, от храмов традиции индуизма в Индии, к примеру, он один в один идентичен. Понимаете? То есть эти существа, дети Индиго, они непосредственно связаны с традицией индуизма. И то, что они пришли на Землю и родились практически во всех странах на Земле, это является своего рода таким вот благословением. Ну или же в терминах этого предсказания он изрыгнет невиданных людей, то есть он принесет с собой. На самом деле с явлением Ананта-Шеша никогда не является самостоятельно в этот мир. Здесь говорится о явлении божественной сущности, поскольку сидя на этом змее явится непосредственно сам Господь Нараяна. Далее продолжаем. «Что принесут в мир часть своих кровей». Когда эти люди, когда эти души воплотятся на земле, они будут вступать в браки с простыми человеческими людьми, и впоследствии у них будут потомки. И вот эти вот потомки, они уже будут обладать очень-очень непростыми, а весьма сильными духовными качествами, которые далее здесь и упоминаются. «Земли пороков чуждый тот народ даст разум в новый человечий род». И с ним смешается, чтобы показать, как нужно жить, любить и помогать. Их дети будут ясно видеть суть вещей. То есть эти духовные существа, когда придут на землю, когда образуются союзы, от этих союзов родится много детей. Эти дети будут обладать особыми мистическими знаками, знаниями. Они будут обладать пробужденной аджна-чакрой, третьим глазом. Они будут видеть будущее, они будут знать прошлое, они будут видеть на расстоянии события других миров, других вселенных. Они будут обладать мистическими способностями. Тот чудный дар изменит жизнь людей. С их разумом, красой и добротой придет на землю век золотой. Горящий хвост дракона – знак таков. Падение духа всех людских грехов. Иссякнет все терпение у гор, и пепел вырвется наружу, как укор. Земля поглотит города в стране, которой нет еще известно мне. Здесь упоминается, по всей видимости, обратите внимание, пепел вырвется наружу, как укор. Земля поглотит города в стране, которой нет еще известно мне. Предсказание было дано в 14 веке. По всей видимости, здесь идет предсказание о гибели Соединенных Штатов Америки от каких-то катаклизмов. Вполне возможно и будет извержение вулкана, поскольку это молодая страна, тогда ее еще и не было. И вот затем, как этот знак явится, мое пророчество тогда свершится. Мой склеп сгорит, и дух освободится. Вот такое вот очень интересное предсказание. Я думаю, что, ну, конечно же, можно было бы много чего другого добавить. Но я думаю, даже таких подсказок, таких интересных сведений будет весьма достаточно для того, чтобы вы поняли, что во время того, как мы прослушиваем предсказание или же читаем предсказания или же смотрим предсказания в видеофильмах, не нужно воспринимать буквально все те упоминания
на которые указывается в так называемых предсказаниях, всегда нужно понимать, что все видения, все предсказания, они даются в форме аллегорий. Под явлением ангела будет являться, ну, вполне возможно, что то, что ясновидящий будет видеть как ангел, снизошедший с небес, это может быть просто явление на земле человека, да, допустим. Либо дракон, который выходит из вод многих, это может быть какая-то грешная страна, которая будет терроризировать все страны вокруг. То же самое и падающая звезда с небес, как бы описывается она как падающая звезда, а на самом деле это трагедия в Чернобыле. Видите, как бы, вот такие вот несостыковки, они очень часто проявляются в предсказаниях. То же самое и относительно предсказания Матроны Московской. Матрона Московская, она сказала, что в 2017 году явится так называемый частичный конец света, и много людей умрут. Но на самом деле они умрут не физически, умрут духовно. И, ну, большая часть из них спит до сих пор и сейчас. Поэтому эти процессы, как бы, они будут столь невидимы и тонки, что если мы не будем вести духовный образ жизни, мы ничего не узнаем, не увидим и, поверьте мне, даже не поймем. В этом есть и, как бы, ловушка того времени, в котором мы живем. Почему в Откровении говорится, что всегда бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет день тот. До новых встреч.